Команда «Маска». Ух ты! На этом острове капитана Кида я чувствую себя ребенком капитана. Еще бы! Ты и есть ребенок! Эти Карибские острова очень богаты природными ресурсами. И с твоей помощью люди могут использовать эти богатства. Смотрите! Это и есть бездонная яма с сокровищами острова! А? Верно, Скотт. До сегодняшнего дня никому не удавалось достичь ее дна. Или найти сокровища, спрятанные здесь. А? Наверное, у них праздник. А, это настоящие пушечные ядра! Все в укрытие! Подождите меня! Что это такое, папа? Неужели праздник? Это не похоже на праздник, если мы стали мишенями. Теперь я знаю, как чувствует себя шар в боулинге. А? А, вот это да! Эти пушки не стреляли настоящими ядрами уже 300 лет. С этим нужно разобраться. Вы хотите сказать, что никто не стрелял из пушек? Клянусь вам, мистер Трекер, я тоже ничего не понимаю. Эти пушки стреляют сами по себе. Эти ядра едва не задели нас. Почти побрили. Я понимаю, что вы удивлены, но мы тоже удивлены. Пушки стреляют не в первый раз. Такое бывало и раньше? Вчера ночью. Люди думают, что это проделки призрака капитана. Говорят, что он здесь. Призрак капитана? Нет, Тибоб. Настоящий капитан. Он был пиратом, захватывал золото и прятал его в гарнизоне. Британцы атаковали его, он бежал. Мы хотели бы все как следует осмотреть. Да, вы гости правительства, а это национальный памятник. Старый ружейный порох. Его привели в действие с помощью дистанционного детонатора. Возможно. Но это мало что дает. Я думаю, нам стоит осмотреть пушечные ядра, которые остались на острове. Мой план работает как хорошо смазанная машина! Деньги еще рано считать, Мэйхэм. Призрак капитана Кида еще не израсходовал все пушечные ядра. Ты всегда чем-то недовольна, Ванесса. Эти ядра слишком тяжелые. Почему ты мне не помогаешь, Мэйхэм? Потому что я плачу тебе за работу. Я не хочу сделать всю работу и остаться ни с чем. Мэлой, у тебя голова пустая. Стоит поручить тебе работу, как ты начинаешь искать того, кто мог бы ее сделать. Он прав. Ты параноик, Мэлой. Довольно. Положи это ядро и бери за следующее. Их еще нужно отвезти в гарнизон и разгрузить. Ты же сказал, положи ядро. Но не на мою ногу, болван! Я рад, что тебе весело. Мэйхэм, я не собиралась потратить свой отпуск в тропиках на эти дурацкие ядра. Это ты так думаешь? Хондо, захвати одно ядро, пока я загружу компьютер. Хорошо, Мэтт. Давай еще поиграем в пиратов, Тибоб. Есть, капитан. Мне нужно ведро зерна. Ведро зерна? Да, я обменяю его на ведро золота. Ты понял? За это я превращу тебя в пушку. В пушку? Я знаю, как сделать суперядро.
Мед. Что общего между пиратами и медом? Хорошо, что пчелы улетели за нектаром. Сейчас ты все увидишь. А? Угу. Вот это здорово! Начинается презентация медового ядра. Давай, заряжай меня. Готовься. Цельсь. Огонь! О, нет! Мне придется еще поработать над этим. О, я вижу, что у каждого дела есть не одна сторона. Быстро, Тибоб, пруд! Чуть не попались. Улетайте прочь! Либо откуда-то сбежал вор, который любит ядра, либо это плохая шутка. Они все исчезли. Но здесь должна быть дюжина ядер. Ничего нет. Папа, здесь есть одно. Что? Во всяком случае, половина точно есть. Смотрите, кто-то сделал ступени. Раньше их не было. Тибоб, ты не мог бы достать это ядро? Конечно! Капитан Крюк проводит спасательную операцию. Это работа для новичков. Давай же! Такое упрямое ядро! Давай же! Есть! О, нет! Не бросай его! Там нет дна! Это зашло слишком далеко. Держись за канат, Тибоб. Я освобожу тебя. Я спускаюсь. О, теперь я свободен от всяких пут. До встречи! Тибо, ты сделал почти невозможное. Поднимайся, папа! Я поднимаюсь. Что? Мэтт! Папа! Не волнуйтесь, все в порядке, а? Что? А. Соленая вода. Прилив в океане оказывает давление на стены. Что происходит? Папа попал в беду! Он уже столько времени без воздуха, так он долго не продержится! Тибоб, тебе опять пора на рыбалку. Я понял твой намек. Ну, Тибоб, вперед! Скотт, я здесь. Папа, ты выплыл?
Только больше не просите меня устранять протечку в трубах. А? Зачем кто-то разрезал ядро пополам и все удалил изнутри? Не знаю. Но, по-моему, это сделали лазером последнего поколения. Да, только одна банда пиратов владеет таким оружием. Мейхем. Их видели в этих местах. Это работа для маски. Начать отбор персонала для выполнения этого задания. Да, Стихэйс. Водные средства передвижения. Кодовое имя – Гейтер. Опытный ныряльщик. Фонда Маклин. Находится на месте проведения операции. Состав команды одобрен. Собрать вооруженную мобильную группу. Эй, капитан! Моя повязка не держится. Ты не мог бы ее прикрепить? Конечно. Я готов помочь своему первому помощнику. А, тебе повезло. У меня еще осталась жевательная резинка от последнего ремонта. А? Постой. Это как раз то ядро, которое нам нужно. Ядро из жевательной резинки. Надеюсь, оно будет лучше медового. Давай-ка я получше прикреплю его. Так. Сканирование на Тендерхоке показало, что это ядро из золота. Сокровища капитана Кида не нашли, потому что их никто не прятал. Да. Капитан расплавил золото, покрыл его железом и замаскировал под ядра. Зачем все это? Когда я оказался под водой, я проплыл множество туннелей. Некоторые из них соединены с океаном. Таким же образом можно переправить и пушечные ядра, а потом выловить их в определенном месте на берегу. Теперь я понял. Ладно. Что это? Получилось! Папа всегда говорил, что настойчивость – хорошее дело. Это подсказало мне идею, как мы прижмем Мейхема. Назовем эту операцию «Наклейка». Призрак капитана Кида снова стреляет! Давай, поехали! Едем! Пора нарушить планы Мейхема. Угу. Жаль, что Скотт и Тибоб этого не увидят. Давай вернемся в отель и посмотрим кино. Я хочу посмотреть, какой сюрприз папа устроит Мейхему. Это же была и моя идея, в конце концов. Так что сиди тихо. Хлыст, на старт. Двенадцать штук вчера, 12 позавчера. Итого 25 золотых ядер. Не понимаю, зачем я пригласил вас участвовать в этом деле. Эта идея капитана Кида была отлично продумана. Скорее бы охладить пыл Мейхема и его ребят. Не волнуйся, Дасти. Они появятся, как только у них закончатся ядра. Когда дело касается денег, они точнее, чем швейцарские часы. Пришло время последней атаки капитана Кида. Поднимай якорь! Вот. Я что, стал сильней? Эти ядра кажутся легкими.
Теперь мы будем контролировать ситуацию. Что? Что происходит? Тибоб, ты видел это? Класс! Да, Мэйхэм знает, как управляться с жвачкой. Я не знал, что капитан Кит любил жвачку. Тупица! Кто-то подменил ядра! Маска хочет нарушить мои планы. За ними! У Мэйхэма не склеился еще один блестящий план. Приготовиться к бою! А как насчет этого? Помоги мне, Хондо. Этот парень хочет мне помешать. Я помогу тебе, а ему отправлю свою запаску. Мне нужна помощь, Хондо. Мэйхэму пора увидеть солнечный свет. Нет! Я лечу на солнце! Дробью огонь! А теперь попробуй собрать! Ты еще пожалеешь об этом! Дежурное блюдо. Пюре из гейтера. А мы добавим шарики в это пюре. Жаль, что мы не можем помочь. Если ты думаешь, что я соглашусь на это, то у тебя пчелы в голове. Тибоб, да ты гений! Пчелы! Рогатка готова? Кто меня тянул за язык? В точку! На помощь! Скотти! Ты не очень сердишься на меня, папа? У нас получилась ведь неплохая пчелиная атака. Точно, Скотти. Такую операцию Мэйхэм не запланировал. Тибоб, ты должен понимать, что роботы не загорают. Это не так, Скотти. У меня есть один секретный план. Он меня не подведет. Не нужно играть со стеклом на пляже.
Осколки могут попасть в песок, и кто-нибудь из отдыхающих может получить серьезную рану. Ясно? Да, ты прав. Разбитое стекло на пляже – это опасно. Робот загорел.